Привет, мужики. Ну что, рыбеху-то зажарим. Их на моей сковороде не вот этой. О, отлично. Так что вот так. Вон, мужики, сейчас самое интересное. Покажу, чем я чищу. Вот такая вот штука у меня. Это терка для гипсокартона. Вот когда надо там этот отверстие расширить, да? Есть же там они разные, есть вот такого плана. Только я ее ручку переставил на другую сторону. Вот эти вот зубы. Ручка была с этой стороны, надо было ее от себя тереть. А здесь я ее переставил, она перекручивается, чтобы на себя, потому что от себя рыбу неудобно чистить. Вот этих окунцов ровно тут, не знаю, считанные там, и минуты не проходит, как он чистенький, особенно если мелкие. Любая мелкая рыба. Пробовал я и шуруповертами их чистить. И чем только и сверлами. Ну, фигня полная. От шуруповерта рука так устает. Чистит хорошо, но устает. Вот и эту щучку, она же вся в слизи. Вообще чистит капитально. Сейчас покажу даже, как это все происходит. Вот уже один готовый. Абсолютно. Ну, только помыть осталось. Вот и щучка уже готова. Только помыть. И судачок готов. Только это надо делать все на улице. Потому что чешуя, конечно, летит здорово. Зато не парюсь. Рыбы нажрался мелкой.
Вот так вот. Короче, все происходит. Отлично все. Вычищает. 2 секунды и готово. Вот такая вот терка, мужики. Вот, я ж недавно же сделал эту сковороду. И вот это я первый раз рыбу жарю на ней. И довольно-таки неплохо. Что мне нравится, вообще не прилипает. Никак. Вообще никак не прилипает. Ни мясо не прилипает, ни рыба. Бомба, а не вещь. Всегда теперь буду на ней готовить. Вот эти в середине только положу. Вот, вот эта тема, мужики. Вообще, вот тема.